5 сентября в республике отметили 84-ю годовщину со дня рождения летчика-космонавта Советского Союза, почетного гражданина Чувашии Андрияна Григорьевича Николаева. Основные мероприятия прошли в родном селе генерал-майора авиации Шоршила. Несмотря на дождливую пасмурную погоду, здесь было многолюдно. На митинг в честь известного космонавта, прославившего Чувашию на весь мир, приехали сослуживцы Николаева. Летчик-космонавт СССР, полковник запаса военно-воздушных сил России Владимир Титов и летчик-космонавт Российской Федерации Василий Циблиев. Я пришел в отряд космонавтов в 1976 году, и Андриан Григорьевич был, собственно говоря, тем командиром, который принял нас, молодое пополнение, и очень активно участвовал в том, чтобы мы становились, как говорят, на крыло. Это удивительно добрый человек, даже когда он был чем-то недоволен и как бы устраивал разнос кому-то, он не кричал, он говорил, добрый человек. Глава республики Михаил Игнатьев отметил большой вклад, внесенный Андрияном Николаевым в исследование космоса. В Чувашии созданы и активно работают отряды юных космонавтов, авиамодельные клубы. Дочь космонавта Елена Андриановна Николаева Терешкова в своем выступлении поделилась воспоминаниями об отце. «Отец всегда очень любил свою родину, он верой и правдой служил Чувашии и народу», – отметила она. «Он всю жизнь учился, был трудягой. И видите, каких высот он достиг, кем он стал. Стал известным не только в республике, стране, но и прославился на весь мир. Я вам желаю также покорять высоты, удачи, успехов. Вам, дорогие родители молодого подрастающего поколения, сил, здоровья. И спасибо вам большое за все. С праздником!» Музей космонавтики, народный художник России Ревель Федоров и доктор культурологии профессор ЧГУ имени Ульянова Владимир Васильев передали портреты космонавтов Николая Бударина и Мусы Манарова. Затем состоялось возложение цветов на могилу Андрияна Николаева в часовне святых Андриана и Натальи. По традиции космонавты посадили именное дерево – голубую ель в аллее почетных гостей. Также в рамках этой даты все гости посетили музей космонавтики, где присутствующим рассказали о жизни и работе героя Советского Союза Андрияна Николаева. У музейного комплекса в Шоршилах состоялся сеанс радиосвязи с радиолюбителями мира. А у нас тоже идет дождь сейчас, но тем не менее здесь много народа в мемориальном комплексе. И скоро начнется торжественное открытие мероприятия по возложению венков. На пользу большое спасибо за 73 и дальних связей вам, пан Роман. До свидания.